Уважаемые дамы и господа, добрый вечер! И добро пожаловать на арену Государственного центрального концертного зала «Россия» города Москвы, где промоутерская компания «Fight Night» с гордостью представляет вам 14-й международный турнир по смешанным единоборствам «Битва под Москвой». Вы, собравшиеся на трибунах, и миллионы фанатов боев во всем мире станете свидетелями потрясающих поединков. В главном событии сойдутся боец из Соединенных Штатов Рамот Ерисагаджу и наш нокаутер Константин Ерохин. Это будет незабываемо. Итак, дамы и господа, судьи готовы, бойцы готовы. А готова ли столица к битве? В прямом эфире на телеканале «Россия 2. Битва под Москвой». И мы представляем вам трехраундовый бой в полусреднем весе. В синий угол клетки добро пожаловать боец из Германии. Ladies and gentlemen, please welcome to the blue corner from Germany, Benjamin Brinza. Добро пожаловать, боец из России по прозвищу Пиранья Мариф Пиржаев! Добрый вечер, друзья! Очень приятно всегда быть здесь с вами! Привет, Москва! Привет, Fight Night! Сино МС 47! Стой до конца, как известно, шрамы только украшают. Будь мужчиной, не теряй своего лица. Победители не судят, их только уважают. Бей сильнее, стой до конца, как известно, шрамы только украшают. Будь мужчиной, не теряй своего лица. Победители не судят, их только уважают. Часами в зале, по грушам и по лапам, вместо кайфа скакалка, перчатки и капа. Лютые спарринги для улучшения сноровки, тренировки только под звуки жесткого хип-хапа. Ради любви зрителей, гордости и славы ты получаешь эти хуки слева и справа. Пока кто-то тусуется, не выходя из образа, ты пробиваешь двойку по голове и корпусу. Неважно, мага ты или Вася, неважно, на морально-волевых или на классе. Неважно, что страх перемешан с болью, неважно, ринг это или восьмиугольник. Важно, чтобы победа была честной, чтобы был зритель в шоке от хруста твоих костей. Плевать, что ты сегодня никому не известный, завтра ты будешь в топе всех новостей. Бей сильнее, стой до конца, как известно, шрамы только украшают. Будь мужчиной, не теряй своего лица. Победители не судят, их только уважают. Бей сильнее,
Стой до конца, как известно, шрамы только украшают. Будь мужчиной, не теряй своего лица. Победители не судят, их только уважают. Неважно, Москва или Махачкала, неважно, Магаз или Кострома. Важно, чтобы тебе все это было прикол. Неважно, Грозный это или старый оскол. Многих судьба кидает, злости везде хватает. Кто-то себя в руки берет, кто-то их опускает. И это истина, стара как мир, она простая. Никто, кроме тебя, жизнь твою не поменяет. После нокаута надо все равно вставать. Начинать не стоит, если готов отступать. И даже если нету сил, не очень больно. Проиграть надо тоже уметь достойно. Но поражение это точно не про тебя. Миллионы людей с надеждой смотрят в экран. Тебя поддержат близкие, твоя семья. Ты чемпион, неважно, Федор или Сулейман. Весь сильнее, стой до конца. Как известно, шрамы только украшают. Будь мужчиной, не теряй своего лица. Победители не судят, их только уважают. Весь сильнее, стой до конца. Как известно, шрамы только украшают. Будь мужчиной, не теряй своего лица. Ребята, спасибо! Как известно, шрамы только украшают. Будь мужчиной, не теряй своего лица. Спасибо, друзья, Дин МС, с вами удачи. Ladies and gentlemen, 3 5-minute rounds of mixed martial arts welterweight contest. Представляю вам соперников в синем углу. Introducing first, fighting out of the blue corner. Ему 24 года, рост 182 сантиметра, вес 76,6 килограмма. 24 years old, he stands 182 centimeters tall, official weight 76.6 kilograms. И его прекрасный профессиональный рекорд 13 боев. 13 побед, ни одного поражения. And his perfect professional record 13 bouts. 13 victories, no losses. Двукратный чемпион Германии по бразильскому джиу-джитсу. Чемпион Саксонии по боксу. Two-time Germany champion in Brazilian Jiu-Jitsu. Boxing Saxonian champion. Дамы и господа, встречайте по прозвищу хулиган. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus Leipzig, Deutschland. Benjamin the Pule Brinza. И его соперник в красном углу. Fighting out of the red corner. Бойцу 21 год, рост 175 сантиметров, вес 76,2 килограмма. 21 years old, he stands 175 centimeters tall, with official weight 76.2 kilograms. И его также прекрасный рекорд 7 боев, 7 побед, ни одного поражения. And he's also perfect professional record 7 bouts, 7 victories, no losses. Чемпион России по универсальному бою и боевому самбо. Unified and Combat Samba Russian Champion. Дамы и господа, не знающий поражений, also undefeated. Из клуба «Крепость Россия» Мариф Пиранья Пираев. И рейтинг боя. Этот поединок, вы знаете, позиционировался как самый ожидаемый, один из самых ожидаемых боев в этом карде. Да, я думаю, что, может быть, даже в последние декаду года уж точно этот один из ярчайших боев, ожидаемых как минимум. И мне кажется, что это очень верные такие предпосылки к этому поединку. Потому что два крутых, по-настоящему сильнейших бойца без поражений в своем послужном списке. Ну, касаемо Бринзы, немецкого атлета, 13-0. Две прекрасные базы, джиу-джитсу и бокс, мало не подписанные в UFC, но крайне ко времени, или ко времени всплыла история про связь с ультраправыми националистическими группировками. К этому там относится очень-очень строго, поэтому контракт у него слетел, несмотря на все уверения, что это не так, что это ошибки молодости. И посмотрите, что делает Мариф Пираев, изливший внутренний лоу-кик классный и тут же перевод в голову левый хай-кик. И очень видно, что это стратегия и короткая, это тут же правый лоу. Он знает слабые стороны как раз Бенджамина. Это отсутствие ног. Вообще, соответственно, парень, в том числе, невелико знает защиту от этих ног. И лоу-кик, и вверх. Посмотрите, все время два этажа. Нижний, верхний. Ну и вот обмен и перевод. И сразу будет переводить. Да, разумеется, Мариф с контролем не дал на себя влезть.
Но за счет физических сил задушить немца будет, прямо скажем, довольно сложно. Мариев прекрасный рекорд 7-0, чемпион России по универсальному бою, чемпион России по боевому самбо. И здесь, конечно, это испытание. Испытание довольно серьезное. Поскольку соревноваться на ударной технике рук с чемпионом Саксонии по боксу, а в Германии бокс по-прежнему является одним из видов спорта номер один. Как был, так и оставался. Ну и двукратного чемпиона Германии по джиу-джитсу тоже, знаете... Просто да, так там вот ничего не раздается. Классный, конечно, синтез бокса с знанием джиу-джитсу у Бенджамина. И не зря он, этот парень был подписан. Сильнейший промоушен UFC. И не просто так люди там работают. 13-0 у него тоже не просто так. Да, в том числе они ведут, конечно же, и селекции занимаются по миру. И подписали его, но не получилось. История не получилась, о которой уже сказали Дмитрий выше. Но вот здесь, знаете, мне кажется... Вот в борьбе-то Мариев Пираев, как в том числе представитель Кавказа, сделал здесь Fight Nights уже. Кстати, кстати, здорово. Треугольник. Закрепил замок. Треугольник. Сейчас, да. Ну что, 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 что. Ой, что, как здорово. Держи, держи, держи. Если сейчас дотянет. Ну, сложно будет здесь. Очень, кстати, функционально сильно очень Бенджамин. Смотрите. Руку еще чуть подальше брать. Упал. О, упал. Вот это, кстати, то, что немцы тут здесь было, есть. Нельзя. Есть, посмотрите, как вытягивает. Ой, как здорово. И треугольник сидя. И выгоднейшая позиция здесь только вот эти. Фантастика. Как красиво Мариев Пираев. Вот это да. Фантастика. Отлично. Вот это просто. Парень. Вот это красавец. Клуб «Крепость». Вот вы знаете, показывал всеми своими вообще, всеми движениями. Мариев показывал, я буду вязать тебя в партере, не дам тебе работать. Подтащил ноги абсолютно незаметно. В одно движение застегнул треугольник и все. И немец совершенно живот переворачивается. Смотрите, одна единственная ошибка Бенджамина привела к тому, что в итоге Мариев Пираев чемпион. В этом поединке уж точно и красивая победа. Классная во всех отношениях. И вот этот замок уникальный, который он перевел потом уже в другую плоскость и додушил. Виталик Минаков, наш чемпион, здесь чемпион Беллатора. Джамина подвела собственная непогрешимость и уверенность в собственном партере. Такое бывает. Такое случается. Причем это как раз тот случай, когда никто не будет рассказывать о том, что там по решению как-то отдали. Ну, это уже завершающая фаза. Он сам совершил самую главную ошибку. Он перевернулся. Получился здесь треугольник. И не пошло. Замок очень-очень плотный. Даже не стал добивать. Обескуражен. Конечно. Бенджамин Бринза. Первое его поражение в карьере, в профессионалах. И вот вам Натти называется. Такое бывает. Мариев Пиранья, Пираев. Я думаю, многих сейчас удивил, Дмитрий, из мира смешанных народов, что будет такая безукоризненная, безупречная победа. Вот смотрите, Гайдар Гайдарбек, как раз Виталий Каминаков. Два супер парня, два супер чемпиона. Один в прошлом, другой действующий. Как раз вручают призы. Клуб «Крепость» имеет, конечно, в своем таком зачете очень серьезного потенциального чемпиона. Я думаю, что тоже прямая дорога в крупный промоушен UFC этого парня. Посмотрим. При огромном насыщении сейчас, в том числе и российскими бойцами обоих промоушенов, я имею в виду и Беллатора, и UFC, каждый следующий боец, которого туда будет сейчас вписывать, будет очень большой спорт. Да, Дмитрий, мы с вами это обсуждали. И действительно, вот я тут сейчас вернулся, разговаривал на эту тему. Сейчас будет сложнее и сложнее подписывать российских бойцов, особенно в те организации, которых их много уже. А мы знаем, как эти организации называются, поэтому все сложнее и сложнее будет туда заводить. Бои очень конкурентные, очень интересные, как вы уже успели... Как вы наблюдаете, да? И я думаю, что самое интересное еще впереди. Впереди нас ждет 3 поединка наших богатырей, так скажем. И я хочу, чтобы вы их поддерживали не меньше, чем этих ребят. И мы ждем от них только победы и верим в их победу. Спасибо большое. Виталий Минаков, чемпион Гран-при Беллатор в тяжелом весе.